Сказать наркотикам «да» или «нет», стоит или не стоит употреблять алкоголь? Ответы на эти вопросы ученики 6-й школы Чебоксар теперь знают точно. Наглядные примеры, как парни и девушки становились наркоманами, а молодые семьи разваливались из-за пьянства, оказались более чем убедительными. Объяснение старшеклассникам на пальцах, что хорошо и что плохо, началось с рассказа о том, какое наказание предусмотрено за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Законодательство, кстати, постоянно меняется. По этим статьям уже предусмотрено и пожизненное заключение. Подкрепило теорию видео реальных участников взлета и падения. Учитывая тот момент, что на данный момент по городу Чебоксар идет снижение подростковой преступности, я думаю, что эффект от этих мероприятий вполне благоприятен в нашем коллективе и обществе. Кроме этого, проводятся у нас спортивные мероприятия. На протяжении месяца сотрудники госнаркоконтроля будут встречаться с молодежью, не уставая повторять: наркотики – зло. Студенты третьего курса Чебоксарского училища культуры тоже готовы внести свой вклад в профилактику вредных привычек. Они подготовили театрализованное представление, где наглядно продемонстрировали влияние алкоголя на жизнь человека. Как я поняла, наркотики – это очень сильная зависимость, это очень сильный вред, и лучше не пробовать, не начинать, чтобы потом не затянуло еще больше. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, «Республика».